إن شاء الله تعالى يمكن نية هذه الأولاد يمان أن يحسن الله لسيدنا من يجب ذكر إلا وقنا يجب ذكر الله لسيدنا من يجب أولاك صلى الله عليه وسلم أولاك ديك إلا سيدي مالك سيدي خلق وقودا الله أفضل بيت هذا أي مسلم جاهد الله لسيدنا من يجب ديشونا خلق وقودا سافرة كدر من يار من يحب الله لسيدنا سعدني بسيشا أصاب بينا قدوب القنبهوي يحب کاتمین ها دیهمت دیوار بودن خوش حال خود و جهیل لکن تو رضیح حال خدا که هم محمد انشاءالله تعالی ایتی نیت بیلی از دهی محمد در نیشنی آدم تاکیدی آدم در بمستاری هیدی یحب الله رسید مجلس الله ایتی بزورت و بازن هم الله ایتی اقوبت ایتی دوازم بودی هم ایتی نیه دعمت نبوهی لکوکش هم الله رضی مجلس بودی مکیش هم ایتی جسنا یعوی در کل دست دار دارد Садора Циркадо. I
Да, Аллах, чтоб у нас приумножились хафизы, и чтоб все больше детей было у нас это хафиза. Иншаллах, мы начали это дело. И сейчас только третий год, даже три года нету, но уже у нас уже около 7 хафизов, которые вышли. И около 5 хафизов, которые вышли отсюда с этого медресе. Да, Аллах, чтобы мы каждый раз приумножались, и каждый год, чтобы их было все больше и больше. Иншаллах, мы сейчас снова дадим имаму Красного Восхода Ахмаду. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه كافئ مزيدا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие братья, дорогие сестры, искренне от души поздравляю вас в наступивший месяц Рабиула Аввала, который родился нашим великим пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот это маджлис указывает, дорогие братья, что есть у нас любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, следование пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы мы были, дорогие братья, мы бы не собрались здесь, чтобы провести маулид, провести этот маджлис. И самое большое счастье нам, дорогие братья, из-за того, что мы собрались именно на такой благогодной маджлисе, именно где говорится о нашем любимом пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Да Аллах, чтобы Всевышний Аллах принял этот маджлис, чтобы Всевышний Аллах посредством этого маджлиса вселил в наши сердца любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, любовь друг к другу, уважение, взаимопонимание, дорогие братья. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аль-мар'у ма'а ман ахабба». Человек будет вместе с тем человеком, который он полюбил в этом мире, дорогие братья. Сегодня необходимо нам, дорогие братья, чтобы мы в первую очередь любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и, конечно же, следовать сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Али, радиаллаху анху, передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аддибу аулядакум аля таласи хисали». Вы обучаете ваших детей на три вещи. «Хубби набийкум» – любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. «О хубби ахли байк» – также любить ахли байк семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране, чтение Корана. Сегодня, дорогие братья, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Всевышний Аллах дарил нам вот это медресе, именно который нас призывает пророк Саусам, чтобы мы обучали наших детей чтению Корана. Если мы благодарим Всевышнего Аллаха, здесь мы сказали, что несколько хафизов, которые вышли из этого медресе, это большой шукр мы должны, дорогие братья, Всевышнего Аллаха делать за то, что Всевышний Аллах нам дарил возможность изучать то речь Всевышнего Аллаха. Если мы не будем благодарить Всевышнего Аллаха, есть опасность, дорогие братья, что Всевышний Аллах заберет у нас это благо. Также, дорогие братья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ла юмину ахадакум хатта акуна ахабба илейхи ми валидихи ва валадихи ва наси аджмаин». Не будет одного из вас вера полноценной, говорит, если вы не будете любить меня больше, чем себя, больше, чем своих родителей, больше, чем своих детей, больше, чем остальных людей. Если вот эта любовь у нас не будет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, у нас вера и иман не будет полноценной, дорогие братья. В книгах пишется, в первую очередь, когда достигает ребенок 7-летнего возраста, чтобы мы, пока не начали обучать его намазам, в первую очередь каждый родитель обязан, чтобы он обучал своих детей имя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он родился, куда он переселился, где он похоронен, и сколько детей было, а его жизни описание. Почему? Потому что наших детей было любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Ведь мы знаем, дорогие братья, если мы не знаем кого-либо человека, мы не можем любить и не можем следовать. Из этого первый условие является, что мы, дорогие братья, в первую очередь, чтобы мы знали, любили пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также, дорогие братья, одной из причин любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, является благословение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах нам показывает, дорогие братья, важность благословения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сам Всевышний Аллах благословлял пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш-шайтанир раджим. Инна Аллаха
وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإسم سام سويشن الله благословляет пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дорогие братья. Благословение Всевышнего Аллаха пророка, что означает, дорогие братья, это является ар-рахматун мафрумату бит-та'зим. Это милость, связанная с возвеличением пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сам Всевышний Аллах благословляет пророка саллаллаху алейхи ва саллям, возвеличивает, дорогие братья. Также ангелы Всевышнего Аллаха благословляют и обращают к нам внимание, дорогие братья, о тех, которые уверовали, вы тоже благословляете пророка саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман салля алейхи салатан вахидатан, саллаллаху алейхи ашан». Если не будем благословлять пророка саллаллаху алейхи ва саллям один раз, дорогие братья, сам Всевышний Аллах нас благословляет десятикратно. А если не будем 10 раз благословлять пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сам Всевышний Аллах нас благословляет 100 раз. А если не будем, дорогие братья, каждый день благословлять пророка саллаллаху алейхи ва саллям 100 раз, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Бараат минан нифак, ва бараат минан нар». Очищение от лицемерия и защита от огня ада. Дорогие братья, мы получаем лишь, чтобы мы каждый день, если не можем, благословлять пророка саллаллаху алейхи ва саллям 100 раз. Да, Аллах нам тавфик, дорогие братья, чтобы мы благословляли пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Еще, дорогие братья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Иннама буитту ли утаммима макарима аль-ахлак». Мне не спасали, чтобы усовершенствовать благой нрав. Благой нрав, дорогие братья, чтобы мы знали, пример, один пример из жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Анас радиаллаху анху, он говорит: «Я служил пророку саллаллаху алейхи ва саллям 10 лет. 10 лет служения я не услышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям упрек, уф, уф, не слышал его. Если я что-то делал, почему ты так не делал, почему так делал? Если что-то я не делал, почему не делал?» Вот это 10 лет служения, дорогие братья, Анас радиаллаху анху говорит: «Я не услышал упрека пророка саллаллаху алейхи ва саллям». Сегодня, дорогие братья, каждый должен задуматься, что у нас дома бывает. Мы как обращаем женой, как обращаем детьми, как обращаем другим людям. Вот это, дорогие братья, мы должны чуть-чуть улучшить наши благой нрав. Также встречать друг друга, дорогие братья, например, если мы увидели брата мусульманина, будучи на лице улыбкой, если будем встречать друг друга, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Это лучше говорит, чем 40 лет делать ретика в моем мечети». Просто посмотрите, дорогие братья, если мы будем друг друга встречать, друг друга давать салам, друг друга будучи на лице радости, это даже 40 лет, чем делать ретикаф в моем мечети, это лучше делать вознаграждение. Из этого, дорогие братья, если не будем улучшить свой благой нрав, если не будем, дорогие братья, друг друга призвать тем, что мы знали, ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям целую жизнь у него был да'ват, призыв, наставление на хорошем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Аддаль аля хайри кафа'илихи». Тот человек, который наставляет на хорошем, как будто он это сам совершил. Из этого, дорогие братья, каждый из нас то, что знает, чтобы он обучал своих детей, обучал соседей, близких, родных, чтобы он призывал только добро, только хорошее, только наставление на истинный путь. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ад-дину насиха». Религия – это является, дорогие братья, наставлением. И напоследок, дорогие братья, еще раз я хочу, чтобы мы все делали шукру Всевышнего Аллаха за то, что Всевышний Аллах дал нам возможность построить такой прекрасный медресе, и что здесь получается именно то ирс, тот наследство, которое пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Я не оставил вам ни динар, ни динхам, ни это ни что, я оставил вам ильму». Кто взялся этим ильмом, дорогие братья, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Аль-улама варафат аль-амбия». Алими, они являются наследником пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Давайте же, дорогие братья, мы будем стараться, чтобы каждый ребенок, будучи у нас сидеть в такой медресе, чтобы не упустим каждый человек, чтобы было, если мой сосед есть
сын учится, если дочь учится, что почему нет у него гират, чтобы у него тоже дома был наследник пророка Саласана. Если каждый из нас дома будет наследник пророка Саласана, какой Абхам замудит, дорогие братья, какой обиат у нас будет? Из этого, дорогие братья, я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах принял этот маджлис, посредством этого маджлиса, чтобы снял наши тысячи плохих маджлисов, и чтобы Всевышний Аллах, как сегодня здесь собрал нас, так же, дорогие братья, чтобы нас собрал Всевышний Аллах вместе с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-хамду лилляхи раббил аалямин. Джазакаллаху хайран, баракаллаху фик. Иншаллах, мы сейчас слово дадим нашим мурщидам, чтобы они тоже восхваляли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Субтитры создавал DimaTorzok.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, хочу присоединиться к поздравлениям, искренне поздравить всех братьев, сестер с этим благословенным месяцем Рабиуль-Ауаль, в котором родился наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Хвала Всевышнему Аллаху Господу миров за то, что Аллах Субхана ва Тааля нас сегодня объединил. И это объединение, этот маджлис ради нашего любимого пророка Мухаммада, алейхи саллату ва саллям. Дай Аллах, дорогие братья, за ту любовь, которую мы проявили, придя на этот маджлис, чтобы Всевышний Аллах покрыл нам наши грехи, возвысил наши степени вместе с праведными людьми. У Всевышнего Аллаха, говорит, бывают особые ангелы, которые всегда находятся в поисках таких маджлисов, где поминают Всевышнего Аллаха и Его посланника Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И нет сомнения, дорогие братья, что это место, да, спортзал, он сегодня переполнен ангелами. И эти ангелы, говорит, пока этот маджлис идет, просят, говорит, у Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах простил грехи тем людям, которые собрались на этом маджлисе. Это очень радует, дорогие братья. Шукру Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля за то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал нас из общины пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это та умма, дорогие братья, о которой даже мечтали войти, стать последователями пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, даже сами пророки, алейхиссалям. Мы знаем, численность пророков 124 тысячи было. Среди них посланников было 313. Эти пророки, алейхиссалям, они мечтали войти в состав общины пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, стать последователями пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Муса, алейхиссалям, очень много раз просил Всевышнего Аллаха: «О Аллах, сделай меня последователем пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям». Вот настолько, дорогие братья, даже сами пророки, избранные люди среди человечества, они даже мечтали стать последователями пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. За это шукру, алхамдулиллях, дорогие братья, хвала Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, за то, что Всевышний сделал нас из уммы пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Мы знаем тот ибадат, который является наиболее ценным, особенно в этом месяце, побольше благословения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, побольше читать салават на пророка, алейхиссалату вассалям. Ка'бан Ахбаб, рахима Аллах, он передает один из откровений Всевышнего Аллаха, которое было сделано к пророку Муса, алейхиссалям, где Всевышний Аллах, субхана ва тааля, обращаясь к пророку Муса, алейхиссалям, говорит: «Я Муса, хочешь ли ты, чтобы судный день ты не почувствовал жажду?» А этот день, мы, братья, понимаем, это очень тяжелый день. Это очень тяжелый день. Это тот день, когда солнце приближается к нашим головам на такой степени, что мозги, говорят, у людей будут кипеть в этот день. От сильного волнения людей, от сильного волнения, хоть они на Арасате судный день будут находиться все голыми, и мужчины, и женщины, даже посмотреть друг на друга, говорит, они не могут. Не смогут из-за сильного волнения. Родители не будут, говорит, узнавать своих детей. Дети не будут узнавать своих родителей. Брат не узнает своего брата. Вот настолько тяжелый день, дорогие братья. Вот настолько тяжелый день. И в этом обращении Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит Муса, алейхиссалам: «Хочешь ли ты, чтобы судный день ты не почувствовал жажду?» И Муса, алейхиссалам, отвечает: «О Аллах, конечно же хочу», говорит. Тогда Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «О Муса, фаакфиру салата аля-Наби, саллаллаху алейхи ва саллям». То тогда побольше благословляй,
побольше читай, говорит салават на пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Вы представьте себе, дорогие братья, еще посланник Аллах, алейхиссалату вассалам, своей пророческой миссии он еще не появился. Пророки, алейхиссалам, уже читали салават на нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Вот наш проотец Адам, алейхиссалам, первый человек на этой земле, когда он хотел приблизиться к своей супруге, к своей жене Хава, она впервые, когда он захотел к ней приблизиться, она потребовала махра. И Адам, алейхиссалам, обращается ко Всевышнему Аллаху и говорит: «О Аллах, что же мне ей дать махр?» И Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Прочитай, говорит, 20 раз салават на пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам». Что Адам, алейхиссалам, читает 20 раз салават на пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и это становится их махром, дорогие братья. Вы представляете себе? Мы очень счастливая умма. Очень счастливая умма, что мы каждый день читаем салават, благословляем нашего любимого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Еще другая радость, дорогие братья, для нас, что из людей в рай, говорит, никто не войдет, пока туда не войдет наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Из общин, ведь мы знаем, 312 было посланников, да? 312. И они были отправлены к определенным племенам, к определенным народам. А наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, он был отправлен ко всем, и к людям, и к джиннам. Ко всем был отправлен наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Из общин, из племен, никто, говорит, в рай не войдет, пока туда не войдет община пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Вот такая достойная ума, дорогие братья мои. Мы должны вести себя таким образом, чтобы за нас в судный день нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, не пришлось краснеть. Вот так мы должны вести себя. Следовать сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. О любви посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалам, мы знаем, что очень сильная, безграничная любовь была у сподвижников, радиаллаху анху. Мы знаем о любви, которая была у имамов, мазахима. Имам Малик, рахима Аллах. Мы знаем, что он родился в Медине, где похоронен наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Малик, хоть была необходимость передвигаться по городу верхом, на коне, на лошади, на верблюде, он за свою жизнь, говорит, имам Малик, рахимахуллах, не сел, говорит, верхом на животное. Люди, когда спрашивали имама Малика: «О имам, почему же ты ходишь пешком? Почему ты верхом на верблюде, на лошади, почему не передвигаешься?» Имам Малик, рахимахуллах, ответил: «Мне, говорит, стыдно сесть верхом на животное и топтать ту землю, по которой ходил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам». Вот на такой степени, дорогие братья. Имам Малик, вот мы сегодня можем, да, вот так спокойно хадисы посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, рассказывать. Даже те, которые не учились, конкретно достоверно этот хадис, недостоверно не знают. Любой человек сегодня и на базаре, и везде рассказывает хадисы посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Имам Малик, рахимахуллах, он какое уважение, почитание имел к этому, чтобы рассказать хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Имам Малик, рахимахуллах, он, говорит, совершал полное купание. После этого, говорит, он совершал малое омовение. Надевал, говорит, на себя чистую одежду. Делал, говорит, на себя благовоние. Использовал, говорит, сивак, только тогда, говорит, читал хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Вот таким образом, дорогие братья, они почитали нашего любимого пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. И посмотрите же, какая разница между ними и между нами, дорогие братья. Как небо и земля, вот такая большая разница.
Хочется рассказать одну историю, которая мне очень сильно затронула сердце. Это история, которая случилась в Медине с ученым пакистанцем. Когда этот алим пакистанец приехал в Медину, чтобы посетить могилу Рауха, посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, он снимает недалеко от мечети посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, себе квартиру и проживает там несколько дней. Пока он там находился, каждое утро, говорит, этот пакистанец, ученый алим, выходил, говорит, со своими остатками, крошками хлеба, чтобы эти крошки хлеба посыпать во двор птицам, накормить птиц. Когда один день он вышел накормить птиц, посыпал эти крошки хлеба птицам, он увидел, что какой-то маленький мальчик подбирает эти крошки хлеба и кладет себе в рот, что ими он питается. Сердце этого пакистанца сильно заныло. Ему очень стало жалко, когда увидел, что мальчик подбирает те крошки и кладет себе в рот, питается вот этим самым. Тогда он спрашивает, подозвал его к себе, спрашивает, кто ты, откуда и о его состоянии. Этот маленький мальчик рассказывает, у меня, говорит, нет отца. У меня, говорит, нет отца, мать тоже, говорит, болеет. И много, говорит, детей. Так как матери тяжело смотреть за детьми, хотя бы мою заботу, говорит, я сам, говорит, на себя взял обеспечение самого себя. Я вот так, говорит, скитаюсь, говорит, по улицам, подбираю, говорит, остатки, который нахожу, и этим самым, говорит, я питаюсь. Услышав этот разговор от этого мальчика, этому пакистанцу еще больше стало его жалко. И он говорит ему, я здесь буду находиться определенное время, пока я здесь буду находиться, ты каждый день ко мне приходи, и вместе мы будем кушать у меня дома, на этой квартире. И этот мальчик, как он сказал, каждый день стал к нему приходить и вместе с ними кушать. И между ними завязалась такая дружба. Этому пакистанцу, алиму, этот мальчик, его абиат амал до такой степени понравился, что у него даже появилось намерение предложить ему забрать его туда, в Пакистан, воспитать его как своего сына, обустроить его мадраса. И вот таким образом эту заботу от этой матери взять на себя. Когда он предложил этому мальчику поехать вместе с ним в Пакистан, что он устроит его мадраса, там будет учиться, этот мальчик говорит, мне, говорит, надо спросить, говорит, посоветоваться, говорит, надо с матерью. Когда этот пакистанец вместе с этим мальчиком идет к его матери, переступил порог этого дома, он видит к постели прикованную мать. И видит дома много детей. Когда он рассказал о своем намерении, что он хочет забрать этого ее сына к себе на родину Пакистан, устроить мадраса, воспитывать его, у матери глаза засияли от радости. Она очень сильно обрадовалась и согласилась. Вот с этим разговором они как разошлись. Через немного времени этот мальчик приходит к этому пакистанцу, но он же еще маленький, да, это. Он говорит, а у вас там в Пакистане, говорит, у меня будут, говорит, игрушки, чтобы я игрался. Этот пакистанец говорит, конечно, будут, говорит, у тебя игрушки. А там в Пакистане есть у вас площадки для игр, чтобы я мог там играться, говорит. Это тоже, говорит, у тебя будут, и площадки, говорит, есть, все есть там, говорит он. А купишь ли ты мне там новую одежду, говорит он. Будет ли у меня там красивая одежда? И этот пакистанец говорит, я тебе буду покупать самую лучшую одежду, говорит.
И с радостью этот мальчик уходит от него. Через некоторое время этот мальчик приходит и, обращаясь к этому пакистанцу, говорит: «А если у вас там, в Пакистане, указал на купол, указал на зеленый купол мечети пророка, алейхиссалату вассалям, этот маленький мальчик спрашивает: «Такой зеленый купол есть, говорит, у вас там, в Пакистане?» Услышав это, пакистанец говорит: «Ведь ради этого, говорит, я сюда и приехал, из Пакистана, чтобы посетить могилу пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Этого купола у нас нету, говорит, там, в Пакистане. Потом вы внимательно слушайте разговор, речь этого маленького мальчика. Этот маленький мальчик говорит: «Я, говорит, здесь живу, говорит, без игрушек. Дальше тоже, говорит, я проживу, говорит, без этих игрушек. Я здесь, говорит, живу без площадок, где я могу поиграть. Дальше тоже, говорит, я без этих площадок, говорит, поживу. Я, говорит, до сих пор живу, говорит, в этих старых одеждах. Дальше тоже, говорит, я проживу, говорит, в этих же одеждах. Но я не смогу, говорит, жить без этого зеленого купола, говорит этот мальчик». Услышав этот разговор от маленького мальчика, этот пакистанец начал плакать. Этот мальчик начал плакать, и он начал просить у Всевышнего Аллаха. Это алим он, алим, который имеет много знаний. Он обращается ко Всевышнему Аллаху и говорит: «О Аллах, укрепи, говорит, в моем сердце, говорит, укрепи, говорит, иман, говорит, и дай, говорит, мне любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, как имеет любовь этот маленький мальчик». Вы представляете себе, дорогие братья? Ученый алим просит Всевышнего Аллаха: «О Аллах, укрепи, говорит, мой иман, и дай, говорит, мне тоже, говорит, такую же любовь, которую имеет, говорит, этот маленький мальчик». Вот так, дорогие братья, любят пророка, алейхиссалату вассалям. Мы тоже обязаны, дорогие братья, любить нашего посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Ведь из хутбы, когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, читал хутба, один из бедуинов, перебивая, вас начал говорить: «Я, Расулаллах, когда же настанет судный день?» На что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не обратил внимания.
он второй раз спросил. В третий раз, когда с этим же вопросом этот бедуин задался, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит, ты так настырно, говорит, спрашиваешь про наступление судного дня. Что же, говорит, ты приготовил для этого? И этот бедуин говорит, у меня, говорит, многочисленных молитв тоже нету. Много постов тоже, говорит, я не соблюдаю. Но я, говорит, люблю, говорит, Всевышнего Аллаха, и я люблю вас, говорит, я Расул Аллах, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. Тогда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, ты будешь находиться в судный день вместе с тем человеком, вместе с теми, кого ты любил на этой земле. И радостнее этого дня в жизни сподвижников, рабы Аллаху анху, не было, говорят, дорогие братья. Радостнее этого дня в жизни сподвижников, рабы Аллаху анху, не было, говорит. Вот настолько, говорит, они обрадовались, когда они услышали, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал, что они будут находиться в судный день вместе с теми людьми, кого они любили на этой земле, дорогие братья. Нет сомнения в том, что нас сегодня здесь объединила только любовь к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. Дай Аллах, дорогие братья, чтобы мы все получили шафаат нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалам, чтобы нам каждому из нас удалось выпить из хауза водоема посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, чтобы Всевышний Аллах укрепил в наших сердцах иман, возвысил наши степеня, чтобы мы стали все, дорогие братья, обитателями рая. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья мусульмане, дорогие сестры, говорит о пророке Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о его жизни, жизнеописании, нам времени не хватит. Мы выберем важные моменты, чтобы вот эти моменты для нас были примерами, чтобы мы последовали за этими моментами. Всевышний Аллах сказал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к нему: «Ба'да а'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва иннака ля'аля хулукин азим». О, Мухаммад, ты являешься человеком великого нрава. Нрав, дорогие братья мусульмане, одна из важных моментов для нас поведения, благой нрав нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Об этом, в первую очередь, свидетельствовал и Всевышний Аллах. И одним из таких моментов, одним из частей благого нрава является скромность, стеснительность нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Алейхиссалату вассалям говорит в хадисе: «Аль-хая валь иман, валь иман филь джанна, валь бадау мин аль-джафа, валь джафа валь нар». Аль-хая, стыдливость, скромность является частью имана или из имана, и иман в раю. Валь бадау, бесстыдливость, мин аль-джафа, это из грубости, и грубость в аду. И алейхиссалату вассалям, хадиса сказано, что он был скромнее, он был стыдливее, чем та девушка, которая находится дома, которая еще замуж не вышла. И это большое сифат, дорогие братья мусульмане, большое качество, как сахабы, сподвижники, когда они говорили о его скромности, о его стыдливости, о его застенчивости. Хотя мы знаем, он был великим человеком, он был человеком великим харизмой, и но при этом он был очень застенчивый, очень скромным человеком. И даже в хадисе сказано: «Ваида туи нашая вороты очаги». И когда же что-то ему не нравилось, он не кричал, не говорил что-то, это было видно на его лице. Также алейхиссалям говорит: «Истахью мин Аллахи хаккан хаяи, кульна я Расулуллах, инна настахьи, вальхамду лиллях». И алейхиссалату вассалям: «Стесняйтесь же Аллаха должным образом, должным стеснением». И сахабы, ризуаллаху алейхим, они сказали: «Мы стыдимся Аллаха». И алхамду лиллях, хвала Аллаху на это. Но алейхиссалату вассалям сказал: «Лейса далека». Не так. «Валякинна истихляа мин Аллахи хаккан хаяи». Но надо стыдиться Аллаха должным образом. И что же это, дорогие братья мусульмане, стыдиться Аллаха должным образом? Алейхиссалату вассалям говорит: «Антахфаз ар-раса ва ма вара». Чтобы ты сохранил голову и что она охватывает. «Валь батна ва ма хава». И также живот. И тот человек, который хочет ахират, думает об ахирате, желает, чтобы он получил хороший удел в ахирате, то он оставит красоты этой жизни. Фаман каля далика, папа, папа,
Аль-Хаяри. И тот человек, который выполнил то, что мы перечислили все эти вещи, тот человек на самом деле стыдится и скромничает перед Всевышним Аллахом. Вот так, дорогие братья мусульмане, наш любимец Аллаха, наш любимец Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обучал нас о стыдливости, обучал нас о скромности, обучал нас, что мы очень скромно вели себя. Алейхиссалату вассалям, если даже было что-то ему говорить, если это задевало кого-нибудь, он очень скромно и вежливо говорил. Это является также является примером для нас. Один из таких историй было, когда люди сидели и ели мясо и верблюды, и один из сахабов у него испортилось омовение. И алейхиссалату вассалям не сказал ему: «Вставай, делай омовение». Он сказал, кто поел мясо и верблюды, пусть совершит омовение. И они сказали: «Мы все ели». Он сказал: «Значит, все делайте». И это для нас большой пример, дорогие братья мусульмане, что мы тоже, когда в азан насихат, когда что-то хорошее говорим, что мы и скромно вели себя, и чтобы говорили что-то, чтобы не задели этого человека, чтобы не делать больно этого человека. Это очень важно, дорогие братья мусульмане, когда есть минусы, есть недостатки, когда мы человеку говорим, чтобы мы говорили это достойно. Если даже перед людьми не надо говорить. Бывают моменты, человеку надо перед людьми говорить, но это уже другое. Бывает, когда человек говорит перед людьми, он обидится и может вообще не принять вот это хорошее наставление. А если человеку сказать отдельно, то это может повлиять и послушать, и принять хорошее наставление от нас. Дорогие братья мусульмане, говорит о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, мы должны говорить и знать, и изучать. Почему? Потому что не зная его, не зная его жизнеописание, мы не можем любить. Прежде чем любить его, мы в первую очередь должны знать, и следовать, и любить нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дар Аллах нам тауфик, что мы изучали, что мы читали его жизнеописание и следовали тоже за ним. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. الكريم الرقيب المجيب الواسع
брат Батлова Фит. Сначала мы сейчас слово предоставим нашему брату и маму села Егоровка Курбану. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لينتي واتسبي الله سب يكيب مجلس بسميت الله يتيج رزيس لسبب جنس مجلس Аллаху сайти агахида сарабджанис маджлис, Аллаху сайти джухутида муксанхи, тахтирхи, хатахи, асильхи, ухиджуйти баздрида сарабджанис маджлис. Нам бахаддин тацебе, ики данну хуатна, и тухиру аварек саллаху алейхи васаллам. Аллаху сайти мсуджу хирида, абуня ва ахиестес, усуб сира басна, усуб چاگوشی اصوب ایده خب اصوب چون خورخی دن اشی بسنک ایتو اوارک صلی اللہ علیه و سلم اوارک شی وکیت سوکال ادم چو شکیخ این چو تزوی شکی بکودا ایتو اوارک صلی اللہ علیه و سلم جو اللہ اصوب اوارک وکیل رسول وکیل حقیقه بکه ایچه دیخی او بیتی شکتف بیتان نا او خلا بیت صداقیتی معجزه بیتا حال دید ایچی خیرات ایچی گوشم معجزه ایتو اوارگیچ بیاد صلی اللہ علیه و سلم قصود قرآن ایلا تا اوارگ زباد که اللہ سو معجزه بگو دیا ایسا اوارگیت ادمی چا گوهید باک اللہ سو بیزنی جو خون موسا اوارگیت عنسا بکا سیخ رو جو بیهید سیلا سیبلا اوارک زبودوی امنوی دا اللہ سبود معجزه بیا کرامت بی گا اما ایتو اوارکی صلی اللہ علیه وسلم معجبه زبتا ارکی سیز بی علی زبود اوی شراء زبود خیات صالوی و سوی اللہ قوست بود معجزت بی معجزت تیر اتباق الباق و بخط بندید ادم تماجید ایزا را بجار دیدید عقل دینی لدی خیدستان او خید مثال شی بی خیتا ایتو اوارک صلی اللہ علیه وسلم معجزه اوارک ایتیده تنید صحیح مسلم خینیس حدیثنا این سوخل لئیل مکه جمید سبی زیو اوارک شی وطلو دین سوخ سلام گوده بیو قدداد زیو اوارک شی وطلو دین سوخ سلام گوده بیو سبی خال این سوخ مکه چی دلد و یا سال ایتیده عقل سبحان شی بخاطو هنده سال دیم و سیتیده هنده سال دیم معجزه بیداد محمد معجزه اوارک صلی اللہ علیه وسلم سوى عدم مخالفين سيبو كاسب انتلوف غزيل عجب انتلوف غزيل بيتسي بيخنر بيخان شاء الله جنبوكا وطنم بيتات انو اوارق انتخاما وصوب حسنا قدربوكا اوارق صلى الله عليه وسلم عدم تمجي مصدق قلوشار وجاب جن وجاب ايزال لك يا رسول الله يا الله سوى اوارق انشيش كيريجي دا وجاب سيجي ودام بيريجي اخ زيباب عدم تبيتسي نزید بیخ رسالت اختا قویسته چیلست اونام آد بیردک یا خد خلا اوارگی صلی اللہ علیه وسلم شو آدم خیل خوب گزیل خوب انتلوب بیخ رسالت قویسته چیلست اونام آد بیردک یا خد این سوخا هیچ نای بیلی بسیلت اخل او آدم دوید اوستوی حال دیگر ایدلک زوگا بسیلت اخل اوارگی صلی اللہ علیه وسلم اید یا خد مونال مونا بیخ رسالت وجیلست اونام اوجاب انشتی ایشتی دا قاچ اوجاش اخل اوجاب بیرد İşte iktidar kavuşmakta kışarlı Rabbe. Yakat avar git kralı sallallahu aleyhi ve sellem bu adam varsa bu Rabbi tisi bu kadar öz kutal et. Ünsü oldu kuvat sen çesek bu kisiden ilde rakasdan şekva çi bu kutal yaptı. İle kadar şarlı etti avar git sallallahu aleyhi ve sellem. Min o buca besli beslilik ünsü ki garakta. Ucu adam buca bu bir kaşarlı besle. Yakat buca bir kaşarlı muna. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İşte mühtekehi de Allah'u sevgü gecde. Muhammed olarak Allah'u sevgü Resulü gecelerdir. Yazar itibak olsa kuansı zahmet edilir o. İtibak olsa kuansı zahmet edilir o. Siz o siç mucize dastayı. O siç ola mucize din tevatsı ve avara gecelerin kudu bu kısım. Afo oğlu bu benim için yıkılına uçtayacak kutbihidir.
Я хотел слушать от ту минбар халли. Минбар я говорю, что есть несколько академиков, что такая же хутба. А вот, саллаллаху алейхи ва саллям, уже минбар ахи аху вихра муннака. Уже ах хутбихи да бубу подружи, вогалу фанихна ехун еху подружи, уже сит все зигар халла маштикам бур. И да там маштикам бур, когда абу махал об зигар уса, мику манч халатка зигар халл уже на сит тутту, и сит жу аварак, саллаллаху алейхи ва саллям, аху вихра муннадак. Отлан бакалида хабабару лихарру умас. Ой, хадар. Белху гохалу хайниха якун уждан, уждан хадар хадар хабабару лухус. Аварагит, салаллаху алейху ассалам, хасталу утлу, ахат, уже сич бетхи, джек, веруза, уже в мику мачит хатитилун буквару, мужат кунда салу уже буквар. Белху хадар уху чинха якун уждан, хад хал аварагит, салаллаху алейху ассалам, аху вихбу чудагин сичу. أوراقي شو بتراشيت لك؟ وبوك حقيقة معجزة أوراقي صلى الله عليه وسلم. وسجل حقيقة إلى دين توت سب معجزة بيجود أوراق شو كيتلا. وسجل أقوى إلى روح شقوى إلى روح شقوى يقدر أنا لحيلة بو كيتلا. وسجل خطوط شو كيتلا. وسلطين شو من بيجي بو كيتلا. سيدا سيد وسجل خطوط لزنان قدام سماش. سيدا سيد وسجل سنة بتصير لزنان قدام سماش. هم إلى خب حيوان لا شهادة كبيرة تبو أوراق بو كيتش. محمد هين سيد إذا خزان لا أوراق شوجيش وجن حلد أخو أما أدم ثم الدين ثم السبيك وصوب سنة سيدان بيخنها نار وقال دقيق الله تكتب سروا في جنة ديخة إتي دكتو ويزر ويقوى سان نيخو إتي دكتو وصوب قدام سيكتلا ديخة وصوب بخطيك بقوله بقوله بقوجان وصوب جيزن وصوب سيرة إتي دكي إمي چاقوه هيدا بقوله بقوجان يتال إتي جيزن تنجيني إتكتو دان دا وصوب إتي دان سميكي وقوله إتي معيشتنا نكتو دان دا وصوب إتي دان سميكي وقوله إنتي واتسيبي الله أصدق إيجيزة معجزة بمنوزة أولاك تبايد رب كبر أول مكتاو أخيط المياوات الإنسان من أخير بوصو إيجيزة بكتا بكتي إيجيزة نحن باكتين خاطو إيجيزة جاس بكتبلا إيجاو تبوصو تمياوات الإنسان من حقو أولاك صلى الله عليه وسلم إشتري شارع ليه إيجيزة بكتبلا بكتي كتاب إيجيزة بكتو Если бог эти буквы, я хотел бы уже минимум уже сильно так сказать, тебе я могу весь нанести, а ты забыл бог, а у тебя ты забыл бог, я знаю на манала. А сначала мы не обсудим эти хадеры, то бог эти буквы. Все, я говорю, а буквы это двери чахала, только все, о кто дан на стаже двери чахала, у кого эти обхвата. О бину хадеры, хадеры, а бали эти хаводы, то есть мы чихали, и ну разом хада. Я хотел бы, Посуществом, когда хазар сказал, мин аб аб маккачисла, маккачисла, мы всегда говорим, все покидила. До того, и не прочитала, а что хайда сказала, усун аятла, усун муджизала, Аллах сбит и дукала, кусу хазис адам, осу чоху кутет, усун муджирихет, о, бишак, о, хайда сказала, дин тот свет. Мы кто захмат эден, дин тот свет, аварахи муджиза, би салаллаху алейху ассалам. وكان بقى كتير دائما معجزة نسوج بطن يقتل الشك في كم أدم أبارك صلى الله عليه وسلم كيف كان الله أبارك إذا بعد كتير جسم بس ما بعد القرآن القرآن نزل في الله في الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه والقرآن قال إن كتير إن شك فيه الدنيا كتير كل سنين يقول الله قال القرآن ده كتير كتير الله يقعد بس يقول البشرية كتاب حتى تقول كان كتير فيه فإن كنتم في ريب بيتي شك في بسان بيتي ما وارد بوكش يا كوسو بيا الحق بوكش ده غير قدر الشك إنسان فاتو بسورة من مثله بيتي القرآن أو القرآن تنيس كسرت ولا القرآن سيد سيد محمد القرآن قال آيات قرآن بيتلا أبا زاد جو بوهان دي هون الدين قد سبيس يوكا سوى الله تبجاري دي نتوش لو سيد سورة الله سيد الله تنس فاتو بآيات سيد آيات قرآن وشو باس من ده سيد سيد آيات قرآن وشو باس من ده بيتي بجار دارلا وادعوا شهداءكم من دون الله بيتي بجار بيتي بدل بجار دي بيتي بيتي بدل هدول زبي هذا مصر بن عزاب إلى خبا والله بغراء دي بيتي بدل كماك شو قفاد إن كنتم صادقين بيتي بسينة تسلوا بيتا رب بسان بيتو أكاتي بيتو تسلوا بيتا رب بسان فإن لم تفعلوا بيتي بو بجار دي لكو ولن تفعلوا بيتي بو بجار دي لكو محمد سبحان قفاد بجار دي بلي بزار جوا وبهان جو تاتس كران تيلي هنا دين تتسلس إن حد بجار دي بيتا تسمس بيلو أقفاد بجار دي لتسلم مسلمس بيلو إدي يوقام عليه صلى الله عليه وسلم يخيط معجزة إن كنت أنيز معجزة بخيام مسلمس بيلو بتريقو أولا كيف معجزة أو قوية دوكيت سيب وخيني معجزة بلا قيام مسلمس بيلو
петра. Вот един человек, ой, хаттелле, кулитар, или кубит, да хабхоби, но еще махили. Сетте се беше махил от нейки, да отиже нека гранали, и да покуде го ке. И ти кой Аллах сори, аварите, Аллах сори, и цвете ада хоша. И ти ни кукой, шахилер, шахилер, не знам, хада на хамду стакка ме тит Аллах сори, тита. Я ги кой, пара вжем, да го себе, ето пара да си. Ова на кукет на хапка, в ядшина, иман да ви стикир, но я хат, и ти рохо шат, дал да пико, Аллах сори, муджиди, тебе се кой ахим на пи. Я ви кой, батна си, кутро, я хам, ова там Аллах сори, али сни, и ти хоч. Увидим, как светит брат на месте, я шал идти дита лапу дахала. Ай, идти хер, а вин хак абу кайла хайда кайд. Ай, мы же весны не гида кайд, но я тем на свете. О, Аллах, сучу тебя, о, хюджала, о, кунала. Ай, мы же весны не гида кайд, но хюджаки я предаю. И ты же хер, бит хово сучу, бит хово хайда, бит хово гида с элли хайде бу кадав. Увидим, как светит, я шал идти лапу басенси, кайда фото дити лапу 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 قل إن كنتم تحبون الله من أبوك بيت الله إلى الإنسان إلى هذا قل إن كنتم تحبون الله بيت الله إلى الإنسان إلى هذا فاتبعوني نسج بخط بطل أولئك بخط بطل بيت أخشرات بيت أسلوب بيت الله إلى الإنسان بيت أمني خلال الإنسان بيت بطل بيت أولئك بخط صلى الله عليه وسلم يغفر لكم ذنوبكم الله بكم هذا كبشنا الله دين لبوك أبي إسلام لحق أبوك يجيب شكير دين كاتسبي أما إيكي بوكالا إيكي جاتو باتن إيكيم إيكي بردامي إيكي أوكي جرد عمالي هيري بكو إيكي رسوش بخطوالك إن شاء الله عليه وسلم بخط بطولة بكو إيكي بكودة بكو إيكي لكيدا عدد بي إيكيدا أنشبي إيكي باتن بيكيدا أنشبي سيه إيلا بكو أو حق الدين جو رحاو أبا هارك إيكي إلميز جاو ما أوارك لإيلا إيكي بعمال أو أوارك بيان سير خيلا وصول سريرة خيلة وصول إنيس لأرض أخيس لشاكو خيلة إكيب دانو بقودة 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 وفي دين درس بي إكي حقا على جوار كدر باولا إيه إكي ما شاء الله الله سو إكي وإيه دل سنك دلاتا أمش بس أمش بس بي وإيه إكي سنك إلى سبب كي غاتا إكي وصول سيرة سيلة بقى وطيج بتا بكي عمال لها أما مجلس يعني كي قلتن بقى وصول سيرة وقتين يزيد بيتا إكي هيش إلى منادا إكي دان شو قرآن الصلاة إلى كودا إكي دعاري صلى الله عليه وسلم بيه الصلاة بيت إلى كودا وصول بقران شد بقى وطول كودا إكي تقوم مجلس إتلاقو بيت بسنا قبرات القيامة سميت إكي تحجم كيوتك وقالي أبين زواد سيبه الله سوى إكي يكبر أنت هاتا الله سوى أنت إكي تحجم بيتك وكجاب بيتك وكجاب خاتك الله سوى إكي يكبر منشي فشمها الله سوى إكي دين جوا تسمي كي يكبر والله إلا إكي لبيه إلا تماثيل أو الله سوى سميتسي كل قلاتا وي تانا بيتك وكجاب تجولا وي هنسي جولا وشتي جولا يو عدم كيكوليش عن أخيلين إليه كلا هكيس أو دوارك صلى الله عليه وسلم سيرة شلا بخط بطولي بكوي أو سوف سيرة بتسيري بكوي أو تجري بك عمالي إهدى بكولي بكوي الله سبحانه وتعالى قيم بيتي إن الله سبحانه أنا يكسب أدو صلاة الله أوارك بيتي لا يا أيها الذين آمنوا لا تتجاهلوا من الكتاب صلوا عليه في صلاة بالتوجه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم İkil Allah'a sus, avarak ile ibala, hüküm su avukam ekil, ikil yaşar, ikil cizmi teyini, yaşar esmi teyini, yeşemi teyini, şanslar da zeyn tuvatı ve bitti. O hiç o bay, zelşe, dikha, primer, ikto gati ki avarak ile sallallahu aleyhi ve sellem, sirec bakota batı, ikto o idara bahu la gati ki, ikto o su, dinle bitsi, dozle kırfata da bahu gati ki. Min ikto zarar temiz bitti, behanda zarar, zanca musu uğruven din, avarak ile sallallahu aleyhi ve sellem, din bitsi. Behan cüsata, eş behanda, این سوت سیران این دریچه آدم خمار تستایان نویدن یاسین نبوده. به چوی پیل آدم به چوی بازی نبود. ماشین دیگر آدم ماشین دست بازی نبود. تو یاسی آدم این دریچه یا اوسط بازی نبود. اوسط قوایت من، اوسط انسان من اوکلا، اوسط سه گود میشه تو قرار اوکلا است دنیا دنیا که حالا کار بکوده. اما این کیتا آورگی صلی الله علیه و سلم اوجم بکوده انتهای. اوسط نه رشی انتهای. اوسط میل بهامون انتهای دین تو. اوش کاش وسیت کوی کرمانی که بوقای دین تو اتی، کی بوقای کو وظنش حال دینه. وسیان دیگر وش باشی کی وظنش بوقای دین تو اتی بی. کی بازه است وسیا. وسیب چند سال نور باقل دین تو اتی وسیب برای کار. وسیب چه لیتا کسیم خیر سیب از کار دو باشی کی تهای. نوی کی تهای دین تو اتی وسیب با خطوبات وسیب سلام بیکی وسیب بیاد معجزه فرانسلا.
и ты обиду укулит интерцию. И ты оди батнера бакулит, обид силе бакулит, и ке чоула, и ке вертизан чоула, и ке дуня джира хардан шишоли, осичу сега ханали. Авара ибн саллаллаху алейхи ва салям Бухари муслим дуасана хадис на интеллект Абу Хурейра ди. Валлахи ла юмин, валлахи ла сокру субити имани хала ла интеллекте. Хатта акуна ахабба илей зуусы идра буклу. Мин валихи мин су имучу, ва валихи мин су вахучу. Ваннас яджма'ин, анас дуасана хадис на хорду хамду. Бухари муслим танис хадисит, ошна интеллекте. Ваннас яджма'ин, идра хаб дуня шахис авручу ла авара ки дару данда. Thank you.
города нашему брату Али. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد дорогие братья хочется поздравить нас всех с этим великим собранием в котором мы говорим о нашей религии ислам в котором мы говорим о посланнике Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором мы говорим о том, каким он был, саллаллаху алейхи ва саллям, и к чему он призывал. И о той миссии, с которой он, саллаллаху алейхи ва саллям, к нам пришел. Говоря о посланнике Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, можно говорить и говорить и говорить, но это сира, она не просто наши уши должна глядеть. Она должна входить в наши сердца и изменять состояние наших сердец. Вот для этого мы и говорим о жизни посланника саллаллаху алейхи ва саллям. И этим сира посланника саллаллаху алейхи ва саллям и отличается от других историй. Многие истории и много жизнеповеданий бывает интересно слушать. Но мы их слушаем и обычно извлекаем какую-то выгоду. А жизнь посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, его история, каким образом он жил, саллаллаху алейхи ва саллям, это для нас надлежащий образец и пример, за которым мы должны следовать. Не просто его слушать и извлекать словесные какие-то эти чувства или воображения. Нет. Это то, что мы должны воплотить в реал, и она должна для нас стать основной изменяющий и доминирующий положение наших сердец. И вот для этого мы говорим о посланнике Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть жизнь посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, она должна укреплять наш иман, она должна побуждать нас на действия ради Аллаха, субханаху ва тааля, и ради посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот для чего мы собираемся, дорогие братья, и говорим о жизни нашего посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Иман – это то, чем отличается человек от всего остального. Это то, чем отличается человек от всех людей, неверующих людей. Иман – это то, что изменяет состояние человека в этой жизни и изменяет его положение в вечной жизни. Иман, без которого человек подобен животному. Иман, с которым человек возвещается над ангелами. Иман – это то, что необходимо для человека. Для каждого верующего человека это необходимо. Подобно тому, как пища необходима для желудка человека, иман необходим для сердца человека. Без этого человек – он мертвый человек. Он мертвый человек, он ничем не отличается от животного. Эта скотина двухногая, и чтобы его отличить от этой скотины, необходимо, чтобы в его сердце сидела свет иман. А что такое иман, дорогие братья? Для этого необходимо посмотреть книгу Аллаха Субханаху ва Тааля. Что говорит Аллаху Субханаху ва Тааля о имане? И что говорит Аллаху Субханаху ва Тааля о верующих людях? Если смотреть на то, что Аллаху Субханаху ва Тааля говорит об имане, то в многих местах Аллаху Субханаху ва Тааля побуждает верующих людей, чтобы они были из числа муминов, то есть уверовавших, и говорит об имане. Но в частности, если мы посмотрим на один аят, Аллаху Субханаху ва Тааля, где описывают верующих людей, кто они такие. Необходимо посмотреть на этот аят и размыслить, дорогие братья. Аллаху Субханаху ва Тааля говорит, «Иннама аль-муминун». Значит, это должно дать импульс каждому из нас, так как мы считаем себя из числа муминов. Аллаху Субханаху ва Тааля в этом аяте говорит, «Иннама аль-муминун аль-ладина иза зукира Аллаху ваджилат кулубухум». Поистине муминун – это те, кем мы себя относим, дорогие братья. А вот теперь посмотрите, как Аллаху Субханаху ва Тааля описывает муминуна. То есть эти качества верующих людей. Аллаху Субханаху ва Тааля говорит, поистине верующие – они те,
когда поминают Аллаха Субхану ва Тааля, их сердца содрогаются. Их сердца содрогаются. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. И когда им читают аяты Аллаха Субхану ва Тааля, и когда они доводят ильм от Аллаха Субхану ва Тааля, их иман укрепляется и увеличивается. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. И они уповают на Аллаха Субхану ва Тааля. То есть обратите внимание на этот аят, дорогие братья. Этот аят говорит о верующих людях, к которым мы себя относим. И здесь Аллаху Субхану ва Тааля приводит пункты верующих людей. То есть они те, перед которыми вспоминают Аллаха Субхану ва Тааля, их сердца собираются. Они те, перед которыми есть и читают аяты Аллаха Субхану ва Тааля, аяты из Корана, или им говорят о ильм, о знании, о религии Аллаха Субхану ва Тааля, их иман укрепляется. И вместе с этим они уповают на Аллаха Субхану. Дальше Аллах Субхану ва Тааля в этом же аяте говорит: «Аллядина юкимуна ссалат». Они те, кто выстаивают молитвы. То есть выстаивание молитвы – это совершение молитвы должным, возложенным на него образом, без упущений. Выстаивание молитвы – это совершение его смиренным, покорным образом, представ перед Аллахом Субхану ва Тааля. «Вамимма адзахнаху мюджикун». Они те, кто расходует из того, чем наделил их Аллаху Субхану ва Тааля. Аллаху Субхану ва Тааля здесь приводит критерии верующих людей, дорогие братья. Тех людей, которые достойны называться мукминами, Аллаху Субхану ва Тааля говорит, поистине мукмины, а не те. Посмотрите на критерии еще раз, дорогие братья. Они те, кто, когда перед ними поминают Аллаху Субхану ва Тааля, и сердца сердца. Давайте разберем этот пункт. Мы же собрались и, называя себя мукминами, пришли говорить о посланнике Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и хотим подкрепить свой иман, и хотим, чтобы мы подзарядили себя. Аллаху Субхану ва Тааля говорит, амите, поминая Аллаха, чьи сердца содрогаются. Поминая Аллаха, наши сердца должны содрогаться. Значит, поминание Аллаха Субхану ва Тааля – одно из величественных дел, которые совершает верующий человек. Спросим себя, а есть ли у нас порядок поминания Аллаха Субхану? Изучаем ли мы этот порядок? Вставая утром, поминаем ли мы Аллаха Субхану ва Тааля? После намаза, есть ли у нас определенный зикр? Если у нас утром зикр, который мы поминаем, если у нас при закате зикр, не вечером зикр, находясь на работе, поминаем ли на Аллаха Субхану ва Тааля, работаем ли мы над тем, чтобы наши сердца содрогались от поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Эти качества касаются каждого из нас, где Аллаху Субхану ва Тааля говорит, поистине верующие, они те, чьи сердца содрогаются от поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Второе. И когда им читают аяты, или когда им говорят о ильм, о знании, о религии Аллаха Субхану ва Тааля, их иман укрепляется и увеличивается. Приходя в такие маджлисы, слыша о том, каким образом ученые люди говорят об Аллахе Субхану ва Тааля и о его посланнике, саллаллаху алейхи ва саллям, укрепляется иман в наших сердцах. Уходя отсюда, хотим ли мы изменить свою жизнь кардинально или же частично? Такой маджлис дает ли нам импульс измениться? Изменяем ли мы себя в лучшую сторону? Оставляем ли мы верное, запретное, плохое, которое мы совершаем? Стремимся ли мы к новым знаниям? Подходим ли мы до алима? Изучаем ли хотя бы один хадис из жизни посланника, саллаллаху алейхи ва саллям? На такую проповедь берем ли мы с собой листик и ручку и записываем ли, когда нам говорят, что посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал? Записываем ли это, дорогие братья? Идя на пятничную проповедь, берем ли мы с собой тетрадь и ручку, сидим ли и записываем ли от имама то, что он говорит? Ведь он нам говорит о нашей религии. Это та религия, о которой Аллаху Субхану ва Тааля говорит, что ее последователи, верующие люди, когда им читают аяты Аллаха Субхану ва Тааля, им иман укрепляется. Над этим же мы должны работать.
Над этим же мы должны работать. Работаем ли мы, дорогие братья, над этим? Дальше Аллах Субхану Аталя говорит, и те, кто выстаивали в молитве, а не те, кто выстаивали в молитве. Что такое выстаивание молитвы, дорогие братья? Выстаивание молитвы отличается от совершения молитвы. Выстаивание молитвы совершать намаз, понимая, что такое намаз, как ибадат, не как порядок какой-то обычай, нет. Выстаивание намаза – это совершение намаза, осознавая, что это ибадат, возложенный Аллахом Субхану ва Тааля, размышляя на намаз, представляя перед собой величие Аллаха Субхану ва Тааля и свою ничтожность перед великим Господом. Размышляя над каждым аятом, зикром или восхвалением, возвеличивать Аллаха Субхану ва Тааля. Это и есть выстаивание. Четвертое, Аллаху Субхану ва Тааля говорит, и они те, кто расходит и старейшего человека. Четвертый молитвы Аллаху Субхану. Выплачивают за каждую сумму возможность. Дают садака нуждающимся, бедным, нищим, малоимущим людям. Пятый, они уповают на Аллаху Субхану. А если неверующий человек, он знает, что любое добро или любое зло, любая польза или любой вред, оно основывается на Аллаху Субхану. И то состояние, в котором мы находимся, в силе изменить только Аллаху Субхану ва Тааля. И вот здесь важно вера в Аллаха Субхану ва Тааля и полное упование на Аллаха Субхану. А что же ждет этих людей, дорогие? Вот эти пять пунктов, в которых говорится о связи человека с самим собой, и о связи человека со своим Господом, и о связи человека в отношении других людей, один аят, ну сколько его нахватывает, дорогие? В отношении Аллаха Субхану ва Тааля, знать, что он великий Господь. Изучай его религию, следовать за этой религией. В отношении себя покорно выставлять те обязательства, которые возложил на него Аллах Субхану. И в отношении других людей расходовать те блага, которые возложил Аллах Субхану. Что же их ждет, дорогие братья? Аллах Субхану ва Тааля говорит, они и есть поистине верующие. То есть, если вот эти пункты должным образом человек выполняет, они и есть поистине верующие. Машаллах. А что же за это ему? Он стал верующим. Если он выполняет эти пункты, он стал верующим. А что же ему? И великие степеня перед Аллахом Субхану ва Тааля. То есть, Аллаху Субхану ва Тааля возвысит их на степени. Вамахфирату и прощение грехов от Аллаха Субхану ва Тааля. Валис Анталиев. Бесконечный удел для них. И в этой жизни, и в день суда, когда предстанут перед Аллаху Субхану. Бесконечный удел. Этот удел, о котором говорят, ни глаза такого не видели, ни уши не слышали. И никогда даже человек не представил его сердце, насколько велик этот немат, дорогие братья. Вот что ожидает верующих людей, дорогие братья. А теперь посмотрите на наше состояние, на наше положение, связанное с этим аятом, дорогие братья. У любого из нас, если спросить, верующий, скажешь, альхамдулилля, ни на секунду не сомневайся, а спроси. Поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Какое время ты ему уделяешь? Он говорит, ну, бывает, брат. Иногда, когда я с временем, альхамдулилля, сажусь, поминаю немного. Иногда после намаза остаюсь на аскаре. То, ну, бывает, альхамдулилля, я поминаю, то есть язык работает. А минимум
изучаешь? Он говорит, да, альхамдулилля, 5 минут пробую, я сажусь там. Ну, бывает 5 минут опоздаю, бывает 10 опоздаю, ну, я сажусь, стараюсь слушать, альхамдулилля. То есть язык, посредством которого он поминает Аллаха субхана ва тааля, он приводит в действие, скажем, на полчаса в сутки. Разум, который он должен обогащать, он приводит в действие в неделю на полчаса, когда служит проповедь имам. А желудок, о котором посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, наихудший сосуд, который человек только наполняет, ради него он готов работать, ради брата его 70 часов. Обогатить свой иман в сердце, выстаивать молитву, выплачивать закат, поминать Аллаха субхана ва тааля и изучать ильм, у него времени нет. Обогатить свой разум, изучая религию Аллаха субхана ва тааля, у него времени нет. А обогатить свой желудок и свою страсть и плоть, 8 часов в сутки для него мало. Если есть поверх, он не готов работать. А задаваясь вопросом на иман, мы говорим, маша Аллах, готовы драться за свой иман. Но эта драка, она столь же коротка, как и влияемое время на поминание Аллаха. Поэтому собираться на такие мажлисы, дорогие братья, не просто нужно слушать, а нужно брать и воплощать его. Такие мажлисы, они должны стать двигателями для дальнейших действий мусульман, для того, чтобы они были полностью заряжены. Посмотрите на жизнь сподвижника Расулла. Любого сподвижника историю прочитайте. До и после принятия ислама. До и после веры. Любого сподвижника. Что бывает до? В основном был ярый противник ислама. Кроме малых. Был ярый противник ислама, шел против ислама, наговаривал на посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, не хотел принимать религию только. Да, хорошо, понятно. Если мы почитаем историю этого сподвижника до принятия ислама, мы скажем, негодяй не заяц. Из него человек никогда не знал. Минута принятия ислама и человек вспоминает. Субханаллах, он жертвует имущество. Он жертвует и собой, он жертвует и здоровьем, он жертвует всем самым ценным ради религии Аллаха. И это и есть иман, дорогие братья. Это и есть иман, это то, что должно быть и в наших сердцах. Почитайте историю сподвижников. Каким образом они заходили до посланника, саллиллаху алейхи ва саллям, и произнося одну только шахаду, каким образом они выходили. А произнося эту шахаду на протяжении 30-40 лет. Если мы не изменяемся, дорогие братья, то надо задуматься. То надо задуматься. А являемся ли мы теми людьми, которые уходят под этот аят? И Аллаху субхану ва тааля говорит, иннама муминуна. Поистине, муминуны верующие. Дай Аллаху субхану ва тааля каждому из нас, дорогие братья, чтобы такие маджлисы нас собирали и соединяли и делали из нас достойных рабов Аллаха Субхана ва тааля. يا رسول الله
города Кизляр, Шейхуса Айтисенца. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبينا وصدق أرسل الله تعالى إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً وسلاماً متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Приветствую отца, фикам аджис кубу, фикам аджис алда, карама ахтиля, Аллах Расулим аджис алда, карама ахтиля, мнецы гриса жопка на ябну ба ура Расул Хадис, ай босейн, сала забула халки абрамана, халку босейн абн тигу бе. Убана халхала такого поведения, когда человек купил сочи, особенно его общество на жанику. Это халка на жанику, на жанику. Едина писи твои за кандина творца. И куда дала туди амангу? Чаймане Аллах саблаху куранада. Ама кана ли мукмина, мана мукмина тинида, каба Аллаху ва Расулу амаран. Ан якуна лахуму хияра туди амангу. Аллах си аварагаски. Хукму абурама ахтина. Сужаха решения абурама ахтина цуабра тут. Мумин чесеги, мумин агана теги жодор амра пришини ги тастави хвиши за ихтиадече. Жодор амра ту тастави хвиши за ихтиадече. Ему ахина тула зашим кула. Нифер, нифер го аниша, нифер мурада руки за дрогула. Ему нета дешова нифер. Аниша мурада нифер руки за кула турана. Аллах ски ауна да ски хукму кутарема, без нефси амра мартина тула ца нифер ихтиадече. Хесе мая пала амма ауна дина тула ца. جدار تو دخیل نمیگو برای جدار گو آمر مزدا آمر دیره خود کن قرآن تو الله از که ولی کسی کنی تا دابورا دین دار رسال الیمو و دیما تو اصلا ریپیسی تو لیفت ایتا سا حالا من علی دیما تو اصلا ایتا سا قرآن سالی حتی افعال از قرآن نافره عمر را بکل رسول کن گیشوان زیگر تو قرآن مو قلت یام از با جنده و رجال من دارد چنان قرآن گو اما حجت کنت او علی کارلو گو Я думаю, да, где будут лидеры, это все такое. Коран для нашего отца, Коран, джица гочка маленько бакалда, а варага стабача нам аэфа табрая нам было много сумбия вишкана. Ва Коран, ва дака танзанна идэк яддикна. Китабу танзанна, ва мубара, идэк ва мубара, я дабару аяты, ва лиятакастара улюл альбаба умуру. Хамам дела, куна шебеля, Аллах слышала барата куби хамам буми, лудо вештала. А хадура Аллаху, лесу аят хаду, эк Курана ху аят хаду фитру хаду. Ва, ленда кханки зе, ленда нахли зе ахлу. Ленда фуатта, вешти го шиви зе буми куна. Вешти го буго, ни деса ту фитру ке ахли зе, ни фетля нахли зе. Ленда фуатта, ни деса сами зе, мюта ниче ма, ки нахли чо. Ис нахли зе, коле джо, ни деса хазе го, ами че ма, ки нахли чо. Идет на талан, идет, Аллах, имя Творца, Аллах Саболу, Саболу, Алиру Селям, Юджи, Аллах Беля, Едер Уммат. Ай, если на Африкане Уммат, ты си кинем рейза Тура, когда ты халаб Уммат, си кинем бахтия Тура, а ты на Африкане. Вожинья Тунина, рейза Тура, Абадия, Кай, Езер, Кема, Сапоба, Чаха, Рути, Зелуки. Если ты Кудугила, Ю, Вишу, Уммат, си кинем за Саукина. Ина Творца, Курам, Могу, Ходжа. Хочу вот так, и хотя цари зеги поле, казаки зеги поле, и хотя остался на день отцов, Амар нахлопал эту вещь. Хотя Коран хазабуле мадраса кубукичу, и хазабуле чайди, Коран хазабуле обручи, и как халесоки кучу кунати для дарстана. Куда кого да кубка? Ама день отцов, сутки сутки бачали хаза. А кисан Аллах, чем они бы хайн себе? Атфанти лахату хайн себе, и день отцов, шуму миллион хаби зуба. Хотя бихалку для рай.
من ایجاد خوبیم. این از واتس. هنچ میخواد کی از کی زنگ کنه. آدینا مادر سعی نتوانست آدینا مادر سعی عملش کرد. اما وقتی از کودشان من ایجاد حقیقی هوشی کردم. خورانا بوسی بودی بودی چه مالیتی نتوانست الله عزیز تا خصوم را رسولی. شاید الله سبحانه و تعالی اینا نحن نزدنا ذکر و اینا نورا عابدون. بیش از چه می نه بیش از سونی چه بودی. الله سونی زد تا خصوم بودی چه مالیتی نتوانست جواب بده. آن سازه این دستگی چیپور. این تمه دارد برگام از اون وقت دادن حال تو به میره داده استم و استم سونی زبیزه. آورا سونی زبیزه آورا سونی زبیزه. کی نگی دی نتوانست الله تا خصوم بودی نتوانست بودن آب. سونی چی بودن آب بود. پرند الله بیش از دچه آزاری کردم. این هد آن این هد شوم بودی نتوانست. و این هد سه آلون هزار بود مکتوب رکت آلون رکت هزار میگه دیت سونه. اصول را داره که دین اتوات سال الله صافیت های خوبه به که خزاره دیم. دنیا چه بوده؟ صورتی که یه نیمی گیشی میگی که فکر میکنی خزاره. دین اتوات سال قرآن میگه تا خواه بیشتر از دین اتوات سال این دنیا تا عمو میگه تا خزاره بیشتری این حقیقی اصول بیشتر خوبه. این مسخره چهل الله و رضی الله عنه. نه سه تا الله بگیر قرآن اول الله صافیت الله شود عشیم میگه حق دنبال جلو. سال الله بگیر اما عمل خامر آفل. این از واتسون است. عمل هایی که الانی نیت هم به تلاشون افتادشون. عمل هایی که کنید و خزابی کردن. شامونی سبز خیلی خوبه. حتی طریق تفرش شد. طریق تفرش شد. چون مشیت از خیلی کلا بوده. یه مورد است که دوتا پرند سریشی داره که. پس اون رو به حالا نم. همه آن را بگو سبحان الله. و آقای خدا را بگو. و برای دیار را بگو دست. و الله سبحان عقل و عجل کیم. مريد بنا القرآن خلاله بنا خلاله فبما يتنعم أي فبما يترنم فبما يناجي رب عبد الله سنة خودي لس لسير حسولي قرآن تزامو قرآن الله تشتي ما سنة خودي لسير حسول الله وضوز عجائبكم سنة خودي لس مقام بچولي لدي حرق القزابولي وسنة خودي له الله استغسطنا الله استغسطنا لدي مقانا بنا خلاله شکاف انتخاب سازمان جمهور دروس آموز قرآن عمل کنچو کرد. دنیا تودیان تماشا زیکرو پایین میشه جواب میده شهر نولادی که الله یافتن آموز. الله است قرآن. الله نشیف کرده که آموز. اما دین تماشا شهادت بود. شهادت الله الله. شهادت الله تو قلبم. اینه که قرآن تو اینه که آباد شده آمر نبی خزاری زیکول این دعمه میاری زیکول. اما اصحاب الله دین تماشا اینه که خلاصه میاد. آخه تو میتونی سعی کنی سعی کنی. ای، احنا فهم نکنیم شما نور دارم. از دو طلب و لکن زمان علیکم کتاب. فی ذکر کم اصلا تعقلون آمده. اما این تصور سلام نمی‌کند. اما این تصویر را بر مقدس احنا بیشتر. اما در معنا کلا بیشتر وجود تکرارش می‌کند. همه بکار بودیم از وقت سال تا خودش چه تو دو دویش کردن نواره گستر فریتا. شمالی بکار کردن بود نوجه دویش کردن میخه دویش کردن. دیشب تو دیدن تو از میده سکوت کسی میخه دویش کردن. میخه دویش کردن دو دویش کردن چه تو دو سکوت از دیده دویش کردن دیت. میخه نوجه دویش کردن میره تک کار دوم بود. الله اصلا نمی‌دانه. فیه دیگر کم. هر کنار خود دو بیل نوجه بخشی. یکی با سر سی آخر اتاق این نوجه سپیک رو با بلندی. اما احنا میذارم الله میخواد سعیدی بود قرآن دیگر باشه این همه آبرو بود قرآن باشه این همه آبرو بود است پس قرآن الله یمنی نسخه کی میبود ولی جی ولایی یمنی نسخه کی میبود ولی جی ولایی زمان آبرو بود از باس سعیدم اما الله آبرو بود کی با شعب بود پس به نجیب نیست کی کار کرد پس قرآن دیگر فلات است یکی با قرآن پیش از قرآن کرد پیش از کی با آبرو الله اصلی شد از باس شعب بود کی با شعب بود سیفت از دوالا الله بود كانوا خلينا من الليل ما يهجعون وبالأسحابهم يصافرون وفي أموالهم حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حق معلوم للسائل والمحروم أبيت بلد ده الله بواس فلو أن أصدح قرب الدين الله أنا تاج الله ترسم حلو لي وجدون بوصوك حي محروم السيد يزيق السيد وديهدين السيد بطابه جدون سسدق أخيرتك و هنیچی وقتی نبود از، ای هنیچی وقتی نبود الله بسپان تو را، سیگو سلطه تجربه کردیم و حالی مذاجی، یادمون را ربهم، یادمون را ربهم خوف و ندم عن
Allah sabrına, babana, Allah'a razı olsun.
اعمالتون میفرستی نزدیک تابریش کنی. قرآن کجاتون میفرستی نمیگه حبیل اعمالتون کجاتون میفرست. هندان آخری خدی هندان کوتاهی میفرست اتفاقا. کی نمیگی یه وی هندان کوتاهی. و الله از میفرست شکر و جهان زدین اتفاقا. دیت مسلمان نمیگه. و هم قرآن کی میگه سونی الله میگه سونی الله کوچین اتفاقا. و هم سعی زدین میگه اختیار دیگه الله. تو گیگی مارو گام رو بگو دیت اتفاقا. احنا بیش از تو صریح سر عهد از کی باتا. تو صریح سر شنا عهد از ما سنا تیک احمام هدی نگوریش که الله سزاد آتی. شامونی جاتا بار میگه زمان داره سبک است. سعی کی کم رنجی دیگر تو آتا بوسودا بار فتو. اینجا فتو. هک بوده هد. شیب شیب اتوم پاتور دیگر تو آتا بوسودا پولی زمانی نعمل بود. کی نمیگه حبول رادینا حبول اعمال هد. قرآن سالی ات عیسی جدی حبول دو بگن دیگر تو آتا. یکی شیب شیب اتیم سنا عتال کیا ولی کم کامیزه کو. کم کامیزه کلا نیکی کار اعمال داد چهار دوستی بات از داره سر زد هشتو که چه کنانی؟ ایت سر دیگر تو آتا. ایت اعمال گی خطا هم کار به حق داریش کنه. الله رضیا کرده دین حق داریش کنه بود. چه می‌نی؟ عایشه دست بیزار حدیث بگو. ولی قسم می‌نن صلّى الله عليه وسلم. الّذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. دین امشی دین القرآن یه فصل دیوه تو دیپا و جوگی. مع صفات الكرام البرد و کجا وی آبلون؟ ای. ولی قسم دست ای. الله دست ریش را منعکس کرد. و کیرا هر وقت دو هر وقت هست و تو بگی جوگی. باقی داره جمعی لذت و تو بگی جوگی دارم الله باقی. اما ولی یقرأ القرآن و يتقعقع وهو شاق عليه له اجران اما الذين يؤدون القران صلوا يو زحمت كهب وصلاه به صلوا يؤدي الذين توصلوا لشيكي واجر موكي زمو شانو زحمت كي يتصلى لشيكي واجر موكي زمو اذا بكام كومو بعد ما دوكو بكام كومو كو كنتاني كي كا بشي لدو زمران كنتاني كي لدو الله عز وجل كيف هو عنك خبرين بقران الله صلى الله عليه وسلم الذين يؤدون القران صلوا Kalau kita sudah berbicara bersungguh sungguh, anda kini mungkin sudah orang mengerti bahawa dosa yang kita sebut, kalau mahu kita boleh dengan Allah Taala mengetahui siapa. Siapa yang kita kini hendak macam? Rujukan dia. Orang Allah Taala yang mungkin kita hendak orang doa untuk doa dengan Allah. Tapi mati Allah lagi, kalau Allah lagi berdoa, hari kau sih waktu Allah lagi hendak orang dengan Allah Taala. Soal dia seorang yang sabit itu dulu ya sangat Allah sabit. Allah sendiri tak berlagi orang dengan Allah Taala. Allah sendiri kita berikan. خلام یه دست جوت الله عبور خلام نیت عاشق خونگر فداش رو عبور خورد خرافات نیت عزیز الله دیده دوبلت میگه الله سریم و دیده دیده دوبلت میگه و کی نزدیک الله کی تعمال همیشه و کش فیزه تابیت کرد که الله از یک سنتی که دیگه باشه و آن را هر زیگی که میگه تا کی کلا راشیه تابیت که الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جزاک الله خیر انشاءالله Мы сейчас спустим переводчика имама, что он перевел нам хадис Ахмада, который я только что пересказал. Имам, но многие его не поняли, чтобы в общем с ним была польза от этого хадиса. И он видит те описания, которые Аллаху субхану ва тааля дает им.
то, что они те, кто ночами выстаивают, то есть мало спят, и целыми днями они просят у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, и они раздают из того, что их надели у Аллаха Субхану ва Тааля. И Ахнаф Рази Аллаху Анху говорит мне, я не буду понять его. Читает следующий аят, находит аят, в котором также говорит, что они те, чьи бока отходят от постели, то есть они мало спят, они молят Аллаха Субхану ва Тааля, поминая Аллаха Субхану ва Тааля, прося прощения для себя, и они раздают из того, чем наделил их Аллаху Субхану ва Тааля. И так и в этой категории я не ухожу. То есть и в этом во мне нет. И дальше ищет, и видит, что вот среди этих высших категорий он в них не входит. Теперь он начинает искать худшие категории, если он в этой категории. И начинает с самых худших. То есть самые худшие творения, в каком они это, в азабе, о том, что они, те, когда им говорят, произнесите ла иляха илляллах, то есть засвидетельствуй, они возгордливо отворачиваются, так говорит, я в эту категорию дальше не прохожу. А как верующий человек, он говорит, и в эту категорию я не прохожу. Смотрит дальше. И они те, когда им говорят об Аллахе Субхану ва Тааля, гордость в них отражается, и они горделиво отворачиваются, говорят, я не смогу их людей. Смотрит дальше, и они те, которые, когда им говорят, оставьте вы поклонение идолам, то есть оставьте вы это, вернитесь к Аллаху Субхану ва Тааля, то есть они отворачиваются, поклоняются своим идолам, так и смотрят, и это не будет. И он ищет и дальше, и дальше, и дальше такую же категорию он будет. И находит аят для Аллаха Субхану ва Тааля, говорит, и одни из них, те, которые грешат, а после греха они просят у Аллаха Субхану прощения, они делают добро и делают плохое, вот за это плохое просят у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, и будет потом я прошу. То есть, подобно этому, дорогие братья, каждому из нас необходимо браться за книгу Аллаха Субхану ва Тааля, в котором есть поминание о каждом из нас. И он сам знает, в какую группу он входит. Изучая книгу Аллаха Субхану ва Тааля, он может для себя познать, в какую категорию лиц он входит. Из этого сделать для себя выход и постараться изменить себя в лучшую сторону. Да, Аллах Тааля, чтобы мы все стали изобладателями. Обладатели Корана, которые много читают Коран. Сейчас, иншаллах, приближается обеденный намаз. Мы сейчас дело приведем к завершению. А сперва мы наградим наших хафизов. Три хафиза, которые вышли только недавно. Один закончил только вчера. А двое из них закончили за неделю. Они очень старались. Некоторые из них даже учили пол джуза за один день, заучивали. Также общие дети тоже очень стараются. Им очень нужно, потому что у них вместе с заучиванием Корана идет также школа. Они изучали школьную программу, и также здесь тоже у них есть программа, которую они должны сдавать каждый день и каждый месяц. Они очень стараются, и мы их тоже отличников тоже наградим грамотами, а хафизов мы, иншаллах, наградим грамотами и денежными призами в размере каждому 10 тысяч рублей. Награждается хадис, который закончил Коран за неделю назад, Алибулатов Ниаматуллах Махаевич, с его Егоровкой.
Третий хафиз также Алибулатов Алибулат Махаевич, село Егорка. Это два брата. Thank you.
Yeah.
زوجاتو تاریخ تواریخ باهاشن هیلات. سیگوش و خاطر دادم خاله میاد نیکا وقت چند دکادی نیستو که چقدر کی. سه ماه چهارم خون جانگار. نیستو دانو جو آدم دو خالی که. نیستو خیلی پایدچن چه ماه باشان داد. یا خب. چون که نیو جو سجام کیکی دکا. اوستو میدی باش ندیدی خالی زیو. یا خدا با کی خاله دو نیستو آوره که سر حدیث صلی الله علیه و سلم آوره که دیگه دکا. آواره که خیلی خیلی خدا دادم و خالص شد کوش آدم خدا امام دو خاله باشند آواره که دیگه خیلی صلی الله علیه و سلم ابدام و قادر این است سمت سبحان الله و به حمدیه دخ به حمد مخوت هیچی او آدم نمونه بیگای آشنا یه حد جهش خیلی سو و قادر داد یا حد برکات خدا 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 آدم وقت خدا خدا سخونه وقت خدا ما خدا آدم خاله وایدی زیوات را تر ماری کن زیوات را تر مات کن این سوهایی ها دادن خیلی ما السلام علیکم و علیکم السلام آوره دیگه کتی رسول الله علیه و سلم سبحان الله و بحمده دخ سمیت اقتصا دم و کتی دادم و بیشه چه از خیلی سو باید که در همه دیگشون نختب دم و خد آدم خلو خوال خلو بسین بو یا حد میخه چی دیشن یا حدو خلو مال دو خلو بو گوشین آدم خوب آوره که کاریس بس الله خلو آدم او خورا چون نبالی چون خلوه بلی چون که ریمات سستان رو میگیدو شهر رو نمی خلید و او خورا روین دیو یا حد تو خورزا بیلد اشتون واحی آیه خونجا یا حد تیم او خورا باید چون از اختبود تو تو خورزا بیل محاول آیه خون خلوه یا حد سین از اتکان اوجا آتون بیانی او خورا بیان واسن خلوه تو آیه خون تو خورزا بیلد ها یا حد جب از اتکان جا حلق سجا آدم هم توخت و قرآن خالید توخت و داخلی که خالید اوار اگه بکیل اصلا الله علیه و سلم ابدان و قادر میتید به هم در مقال سبحان الله و بحمده داخل قدادان که یخد اخیز قبیل سلو و قادر منه بیاش مدلا امه در خیلی خد اصول روحی لخال بود سب دسیم حقوق هم اصلا یاو اچو بخص نسل حقوق خیبات رو دان او آدم الله سه دعواته داخل او سب دسیم حدیث خلاص دیال وقتی آدمی بالا خلاص عمر می‌مونه. این قیم داخل ایمان دو بسی نقد سه آدمی خلاص نقد یا هیچی. و یا یجلالی چه یه حدی خود رسومات رو تن خلا ها. ای خدا حد ای خدا اخته هیچی دگا. از یه آخه خالی. کننا نعمت نعلم ولا نعمل. ای تو دنیا چه می‌ید خالی ولا خالی. اما ای تلیه دست عملی هیچ دوکش نه خالی. یا خدیس خدا خالق سب دست سبحان الله تهدید ماست اینو هو عمل کرد خیلی جهیدی سین آب دنیا جول دنیا جهیده که داشتی جولا هو خالق وقتی اونا قرآن رسول ای تو ایله کلا دو آدم و وقتی داخل کلا ایله داخل کلا سبحان الله و بحمده را به هم نمودی خدا یا خدا جهیده خدیس تو بونه بیاشون نختار اما وقتی که این عملی هیله خالق شانه مکافه نیت وقتی خدا جوگان بود بکتی سب که بر روی مکان مکاف محمد توی دختر زوحتی کوبا صحبه هم جو آن تصال صداق اصلا و خیراب بوکی اما زوحت کوبی هیر اسکی که بود که میشه به انتخ کل اکلا خال دنیا توی دختر آن اکیب عمل ایده هیر خالی کی سمیش کلی تو بیلا ایده آن عمل ایده ریسی بود وقتی دنیا جو دبا بوی توی کتر جان صغمت کدارا الله استغفر دو بیجل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين فاتري كيف على خير السميخ أخير جهندي كي الله أصد إتك بوشق عليك روخ الفائش إتك ميك بعزاتي في البعادة إتك بسميك أخير بطاخي أخير بخير سليك منهجو بصخي بطاخي في سميك يا رب يا رب يا الله که قدر دار الله سرعتیه بکودا چی شکریه بکودا یا میام افتادی کنسلی الله سی کبودا اکی تیاسی اکی بالو بادس یا نیام میام افتادی کنسلی چی داری چی گوشم میام افتادی کنسلی الله سی کبیجی اسلامی آلتانیو کسوم آلتانبانو کسوم سی کبیجی وویدی کنسلی چی گوش کنی آدم اول دیجیانی خو محمد امروز دیلو کار زمان کلی شام باتاب خاطر باتی باتاب دان ایتی دین داکری کی به هم جو باهات باتاب جو باسی نکه اینو دین داکری او بیت سدان یه
الدين عند الله الإسلام الله وكيت رزيه كين إسلام خلقه إسلام بدس عندنا الدين في فرنسية وحكتي الله رزيه كين كان الله عصب إكتر باجر إكتر بوشة بوخلده إكتر بوشة بوشة بيتسي هدوكتين وحكت كده القرآن كان ومن يبتل غير الإسلام الدين فلا يقبل وهو في الآخرة من الخاسرين حقين إبدا مقادة دائسود İslam yönetmesi heyleden din fiyitsiz adam. O adam dostu çok kavur yüce Allah'a sordu. O su var hümeti hedda o dinde hakikta o iş dostu yedi ama o ana derecede kaldı. O kıyma sevdi. Gör çöldü ve kurdu kadar bunda hindi. Burada koşar ruh hedi, burada koşar nimet, burada koşar talih edip katsebe. İndi Allah'a sordu İslam kabici. O zaman hakkı din katsebe reç Allah'a sen şükür Allah'a sen. محمد أبارك بمواتي تلتيه وقام بها دين قطبه إكتبه تهلو كودة دخال إكتبه تقب نعات به سينسانس إكتبه أموت ودس يخط الله سبح إكتزيق دور إكتبه هرزاني إكتبه بوش الخار يخطه تقب نعات به أي نعمة تبقى إكتبه تهلو كدقات أقوله إكتبه عمالي كدقات إكتبه تهلو كدقات دين قطبه حسابه لكودة يخط المغنيس حسابه هكا ساس الأخير بايد كباقي بهود باقي باز دباقي نو يا هنيا لمن كاتسبه سب برازني كابو كوكادا سب نوي كوكا كابو كوكادا سب سب كابو كوكادا سب برا أرتيستري بارا بوجيو خم بارا كابو كوكادا أخير كابو كوكا بودي بيتلا بودي كاتسبه إكيد هو بيت الحمد لله بوكادا لمن كاتسبه خافهم خلتيه وخافهم عدعيه اليوم الأخير الله سبحانه وتعالى وصاري السماوات والأرض عدة للمتقين باتخاذ هذا الله أصبت من المشرك أي من المشرك عمله لا أشبت خلق هذا قتلت بدمتي محمد عجلت لا قتلت بدمتي وخلق هذا بدمتي يهين لا مسلم سوى زيم عتيقا إن كان سبب إنت وخلق خلقي داهدك وخلق بابك داهد وخلق عدك داهد إن كان سبب حسابي هذا دنيا تشتغل تبغي وشدي إنت كانت إلى بكودا إنت رأت إلى بكودا فروخ دين كانت سبب محادس مجلس محادس وعزة محادس آن أخير إنت قد لدى بكودا بكودا أخير مبالي بكودا إنت داها بكودا سيرلا سيرلا هذا كيف نحن داخل قد دين كانت سبب إنت دخل أبو الله أصلي إنت بكودك بيهبي أبي إنت بكودك إركنك إركنك معنى صبودني أو صبودني بريمي أو قد إنت بكودا 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 الله أصلي بيخ 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 عليه الصلاة والسلام على قديك لي يوسف حديث كان اكيد نعمتها على قديك لي اكيد جو عدمي كوخيلا اي عدمي زيبه اكيد جو خالي بشيك كوخيلا باقي دار مكان بغن نحن سنبال كان او بمخالة داخل خيجا سير خالة ساحتي اشتا خالة اركين بزمان يا اكالي كي سخالة بقواجا اتبع قطب قطب اننا ساحتي لقاقورا اننا العلقان لقاقورا اننا الحاجة بقورا تاخا خط حول ايتي يكوب باتا عمل خيستا ديكو من تاخ دين كان سبي وحول دا ايتي صبودش بقويتا ايتي اركينا قوة بيق بقويتا او بلين نرقا بقودا بقودا قيد او بيتي دا خالة دا قدين كان سبي ايتي قودا نعمت ايتي كوخي دا قس ايتي كوخي دا بقلو بيه لي ايتي هوب عمل سيكي طلب هوب عمل شرخ جا حال طلب ايشوب عمل بيخ هنرب انتا خي ايتي بحلو بقلو دين كان سبي الله سوت إكا إكلي مجوكا إكلي يهوكا إكلي زورية تبات إبع قلاشا قد بيقل إن كان سبت هوفيخ هو مش مخي عدائلة هو مش سيهانالة هو مش إدالة وشيجا حاكر إن كان سبين يقال حسابي هيك آيات شكوبة جهن كان دا بيخل السيجرات اللي فالله دي خلا خيدة دان يفالله دا خلد الخيد بيقل إن كان سبين الحمد لله أما هو يجد كي تولي يهدا هو يجد كي تولي قوبي شان بدا دان قال عراق مدفوت ودل الله مني نركاتك كاس وحياتي وديك هيات سبس هيلا سيلا حالت بي اي خبر جوزي بدل اي خيد يا خد بيه وعلاق من نعيد خيد ويد دين قد سبي قوشه زادي ويد قوشه تاريخ بيجي ويحالتي كي جات لي يسير قلاب دين قد سبوي يسنى خلا اب جماعة لا ابي علم زبيلا اب خالق لا وحيجة حالتي لبكود ويد قوشه زالي خما مسألة سيد كريحة شي زالي دي أسوأ أدم o adam adam altın tekvaz yani diye kaptın ikadaptın. Hut ikka ortala adam asala. Se o adam hut ortala adam mukal. O zeli diye kaptın o adam ki adamı hey. O adam altın kudu kudu ikka o adam hali derek.
О, адам, адам, ты вирили дали бича. Вжукус, офичоло гоше, зяли дин кацеве, ой. И ты молодежи бичала, и ты общество бичала, и ты динне бичала, гоше зяли ой. Ой, хати исан на дин кацеве, има ханнил, има ханзашчатри хиде, има ханнил, отом бахат агархила, отом бахату, дивир замин, отом бахату ибагла ханла, офич ахаджихи бакуи дин кацеве, офичо и кинда кизан кидма тибехати. И ты дин кацеве, хал, мадрас ве ахин наки, машти ки аб, цекуми чан кацу губео, алим заби. Атан зубо хоб нигмат чен, атан зубо машти кубела, мадрас бела, рахат чен, эркен чен. Дин кацеве, ханадис хадри яку адалай ха, мундадис хадри яку адалай ха, Аллах асу, ахи баракка ла бесидна хатли. Семек алей сурау сану варай, хан ти хан саси тудумы дитан ве хатала хас. Эшку тэрхи сидда дада халла ука. Я хат осу талли, байру лил араб да халли. عربية داخل قشب قلاه كبيتات خالد إيه هلا وده هتلاقي دك آخر زمان كتني بيجت عجار في داخل يا هاتي تكلم هوبا هم بكا دلا تكلم هوبا هم بات هم بكا دلا إتي لا هلا خلي كده داخل يا رسول الله تا إتي لا هلا خلي كده دا أو بلا إتي خلي كده بيردا عليه سلام زمان داخل نعم داخل بيرد داخل يا تا خوفي أو هيفا يا تا خوفي أو هيفا هو بقادر دين كاتبه أتلاه أنت أزاز هذا متعلم زي بقادرة ونحدوستا علم زي بقادرة حفيز زي بقادرة مدرسة بقادرة مشتى كان بقادر دين كاتبه يا تقول بقادر الله حسده عامة حالات بلاك الله في بس الداخل دين كاتبه وفيك الحلبي الله حسده داخل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة داخل بيتي فتنة الحلبي دا وريد بيتي فتنة الحلبي دا داخل وريد بيتي وأحبك بلاك الحلبي دا وقاش الحلبي دا بيتيت كان خاصة حرج ظلمه هدا داخل بيدس منه هدا عسيه هدا أشيه هدا دو آخر بيا بهذا الورج بقدس خاصة حرج بيدس بلا خلوم أو بلا تقول الخير بيدا خدمة الله سبحانه كاتبه أو بلا تقول الخير سلفي تقول الخير أشيه قوش بلا تقول كاتبه الله سبحانه بعد ميت إتي محروم بيخوي إتي مجد ماشي اشتاقتي إتي مجد بيتلا اشتاقتي إتي مجد إتي فلوغة جد بيتا إتي قوش بلا عبيدي وحي جولا خيدين خاتبه هوش خطار مجيلا يهيلا بعقلا إشخوت زين الله سيكا تغلق بيتا أول خلا إتي بي بعد مكي خلا إيمان إسلام إذا بيت الله سو إيمان إسلام إذا بيتو به بيتا إيمان إسلام بي خلا بزمرتنا أب فتنا بزمرتنا هارزاه بيتا تدعنه بيتا قوش خال بيتا دين خاتبه كفر شرك عسيك تو إتلا وإكلم مش إكلم جيل كذري كسبير تندير لدين كاتبه هل حسابها أب هقود الحسابي هدين كاتبه أب هتني صاحب حسابي هدين كاتبه حالات كبقيت خلق يشك بقعدو كشك بكان لطيفن ما تدين كاتبه خاد قيد خلق هدين كفمكتا دوي كلي هدين كذا قيد خاد قيد كاتبه خلق إتلا جاز هن خبق ودل كل تكبر يغا إنه بعد بيزنا رحب كان دين كاتبه إتلا إتي كذا بقودا هري أملا، إتي كول قرميني ذا، إتي كول هوب خا بقودا هري إن كاتسبي، مفهوم إيشوا هو، إيش سبب هي، الله سبحانه بلا أخي تام بس خلاص قد يا ربي الله، إتلو أخي نبي يبقى هدي إن كاتسبي، وده بخلي كي أحد ميني كول، يا شال كان كده كول دين كاتسبي، وشيل حسابي هدي كاتسبي، ودو كول إتي كول الله سبحانه بلا بيخا هذا البيت يا ربي يا ربي الله، يا الله الله سبحانه إتي كوش خبيتا، إتي ما كي هت هزبيتا. İslam ki hesabı ki itkir ya Rabbi Allah. Avara ki barak ki hitle hesabı ki itkir ya Rabbi Allah. Hoydan hoy ki de halbe etken ki o işten işi ki de halbe etken ki ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Allah hasut ite yak ve ya sahbeta. Munafik ki ço, ite amal diya sahbeta. Riye ço, ite koçu diya sahbeta. Tindeta, ribah ço, kuhtan ço, misi ço ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Yeah.
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ سبع أب كتب ربيع الأول. مثلا هنسي شنو وايد؟ آخر ميزة. دير بحشرو كوا كلا. بيرو ما كتخملا. مؤمن أبو عوزة. أخبصي بيخي زهير هي صاب دانو شو وحال جاخ كدار جان كارغو حال دي تروهاي لقين او ادي بو قدا اتوي دي قدين توتسن اوارك واخي اوارك دنيا لو بي او في بو قد انسانيات تيو انسانيات بي اي بو إليه يا أهل أورد عليه الصلاة والسلام إشقابه قد إنسانية إشقابه قد خلق خبوط لجو إما نخدق كفره إما نخدق إما نخدق يحب أصلي له بيتر من قبل يحب إشوك عمراته هو عمراته أو أورا عليه الصلاة والسلام ميكي مخيخ هو وطاق بوش أمر دو الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وطاين يتلقى الفاتسة الله صلى لقد جاءكم رسول بخير يا خال أورك صلى الله عليه وسلم من أنفسكم بتجد وشنا بتو زوج إيدك بعد خيك هبص قبل إيدك بيت يا خال إنسو بتو يا خال إنسو خسية إنسو عمل قبل إيدك يا خال بوزة جاني سلام دار بيت بدي جوات كانوا بودس يا خال نخويس بتجد وشنا إنسان خال بخير لا كده في الله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي أبيات حين أورج عليه الصلاة والسلام الشد بدأ صفات بس الله عز وجل بدي جواز كم هو سوكي وزين إلا جوش ما عنده الفات بدي جواز كم هو كي يكتب سجى أحلى بيخلا يا هم يكتب يا هم إنسان لو كي ما ليه سبي أدي سبب سبب بدي جواز كم هو يستي يكتب جواز كم هو يسا يكتب سجى مرقى غير يكتب سجى أحلى بيخلا يا خالد أبيد أن تفتح بحسن سيدي رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم بيت خزحمك إذا ما خلصوا فلسطق زحمك بيت خزحمك كذا يا خالد وخيج إيش هو الشيء كله بيت بخيجة جلو بخيجة وحيس صفات بصنة الله وحيس أورك بكتابي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنيتم أجيدا حريص عليكم حريش عليكم ثلاثة سأبدأ بيك هو محيب الطولة يا رب أخيجح كتاب جاكول جا أخيجح حيث إذا بيك هو محيب الطولة أبنية جاية يا رب أخير أخيجح أنت هذا كان يبقى صلى الله عليه الصلاة والسلام وحول رسول الله الله وقت أصحاب الله وقت إيك أب بطل الله زحمات باشي دا دنيا إلى أخير أخيجح إيك تليح جاية إيك روح إيك بابا حريش عليكم ثلاثة للمؤمنين رؤوف رحيم مؤمن مؤمن أهل يا خزو رؤوف رحيم رؤوف رحيم من قصر سقط زو جرحنا خوش إذا لبوت مؤمن زبوت مؤمن زبوت هو خير إنسان في إذا لب وبيش زو جرحنا يا خاب أنت هو ما في بطول إذا لب رؤوف رحيم وين من قصر الله سستيب جرحنا يا خاب رحمة جنس يا خاب إبن عباس كذا قيد شفى الإنسان كذا شفى الإنسان كذا بدخل الله سبحانه يا خاب ويسيب أورك هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. وين تفصل أورك؟ وهذا الله تعالى بين تفصل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى بين تفصل. قوش الرحمن
сука, удивляет на ухатару веса аварай. Ухатару веса аварай. Инба ахатвихим расулан, ятлю алейхим аяты. Аллаху 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 Алл
разыхле, на кабеля хабити разыхетуда. Махмуд Аллах Шадин Кацбе, Яхаварак Бетсу Цели Алейхи Салату Вассалам, Яхатайни и Кухада Кирваяту, Бакайни и Катиху Бада, Яхаварак Разыхле, Разыхле, Аллах Разыхле, Сам Ясен, Аварак Мутехи, Яхат Аллах Шамутехи, Ясен, Аварак Идали, Аллах Идали, Уидика Пужи, Сам Ясен, Кацбе, Хамиш Кусан, Аварак Алейхи Салату Вассалам. Махмуд Бетсу Цели Аллах Шамутехи, Бакайни. Аллах Ашад, Дин Кацебек, Хамиля Тавфиху Бетла, Аварак Бетцепсулу Алейхи Салату Вассалам, Утану Бахатула Икиб, Аб Раби Улаву Лахи Бетла, Аб Себе Цепсей Кудала, Утану Бахатула Икиб, Себлала, Хаттукас Цикейла. Эдихи Аллах Радасуд Бахатула Туда Паст, Алейхи Салату Вассалам, Утитле Икиб, Амурихи Тахам, Аллах Ашад Икиб, Утит Бахатула Икиб. Махмуд Да, Аварак Бушахали, Аварак Хасалат, Хайта Уидека Бахами, Я хочу тебе брать, Аллах, чтобы ты хотел всегда рафуку бета, ой, рафуку бета, шейтан рафуку бета, иншаллах.